Грех или нет, но о том, что экономить надо в разумных пределах, говорят и врачи. Среди советов, например, есть такое: потреблять пищу только сезонные фрукты и овощи, клубника и огурцы летом, апельсины и квашеная капуста зимой. Специалисты говорят, что так не только деньги лучше сохраняются, но и витаминов в сезонных овощах значительно больше. А вот от чего отказываться вообще нельзя. Может, продукты. В рационе для полноценного питания должны обязательно присутствовать животные белки высокого качества. На мясе, птице и молочных продуктов ни в коем случае нельзя экономить. А еще хотя бы раз в неделю нужно употреблять в пищу жирные сорта рыбы. В ней содержится омега. Поэтому экономить на морепродуктах точно нельзя.